Ну вот. Ухожу с этой площади, где стелы независимости. Ну вот, светодиодов. Теперь вот эти украшения на столбу и растяжки видны лучше. Стемнело, потому что... Днем сегодня я уже здесь был. Ну, теперь в темное время суток эти украшения выглядят совершенно по-другому. Красочно, ярко. Создают праздничный настрой, хотя вот везде лед, потому что снег тает и замерзает, конечно. Но, тем не менее, вот эти украшения и ярко светят и, ну, радуют, да. В этом году по-другому совсем. О, вот этот тоже так. Через дорогу бизнес-центр Казахстан, а вот тут ресторан Турандот. Надо же, как поэтично назвали так. Проспект Бухар жрал в ночное время. Ну, сейчас еще вечер, конечно. Ну, темно, поэтому мне так, к слову, пришлось сказать. Ну, тут лед вот лежит. Там уже ЦУМ близится. Билборд. Люди, это, наверное, в Темиртау. Кричит реклама. Это люди в Темиртау. Ну, через дорогу ЦУМ. Центр Казахстан. Вот так. Завершаю.